говорят, что если очень страшно, то пробирает до костей. Мороз идет по коже, и душа стынет. Значит, если в это время пугаемого вдобавок охладить как следует, то он должен бояться еще сильнее. Примерно так рассудили в Action Forms и перенесли место действия боевика ужасов «Анабиоз» за полярный круг, поближе к Северному полюсу. И что, получилось? Да, получилось очень холодно. Снег похож на снег. Метель воет как настоящая. И в то, что за экраном минус 40 с хвостиком, верится сразу. Можно спрятаться в стальных стенах корабля, но кому от этого легче? Здесь тоже холодно. Стены покрыты льдом, и даже очки главного героя взялись корочкой. И в такой вот обстановке предстоит бороться за информацию. Да-да, за информацию. И в этом нам помогут видения. Тут и там они будут посещать главного героя, открывая ему фрагменты произошедшего. Ну что, смотри, там тросы выдержат. Да, хорошо, почти подняли. Давай подожмем, еще немного. Сейчас, обожди. Здесь стопор постоянно срывается. Машина, полный назад. 20 узлов идем, опасно. Что здесь смотреть, что? И так все видно. Они сами насквозь, светятся уже. Иди пульс проверяй, иди. Ну куда же вы? Посмотрите! Лазарет! Лазарет! Лазарет переполнен. Коридор к стенкам! Быстрее! Быстрее! Что у нас из Отхаркивающих? Так, готовим пентоцина. ЭДТА. Сколько? Сколько есть! Много нужно! Много! А ведь еще и за жизнь нужно бороться. Нет-нет, да и полезут на нас из темноты бывшие моряки, от которых придется отбиваться чем попало. Поначалу это будут классические кулачные поединки с зажатым в руке замком. Или вентилем от парового отопления. Или пожарным топором. Позже можно разжиться огнестрельным оружием и пострелять, если не волю, то пока патронов хватает. Это борьба за свою жизнь. Но регулярно приходится бороться и за чужую. Встречаем подходящее тело, вступаем с ним в ментальный контакт и добро пожаловать в прошлое. Там можно и смерть человека предотвратить, и новую информацию узнать, и даже починить кое-что на ледоколе. Нужно забрать у него винтовку, иначе я остальных перебьют. Вот посмотрите. До того, как мы вошли в ментальный контакт с водолазом, трюм был заполнен льдом. А после возвращения льда уже нет. Все в порядке. Так, глядишь, и до полного предотвращения недалеко. Но нам еще предстоит пройти через 17 кругов местного ада. Спасти много людей. Стадо коров.
одного полярного медведя. И в конце концов сыграть матч в одни ворота с богом времени Хроносом, чтобы доказать, да, вы достойны решить судьбу этого корабля и этих людей. Только от ваших действий зависит, будет ли у истории вот такой счастливый финал. «Идем!» — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало. Прекрасная графика, интересный сюжет и ужасающая атмосфера холода и одиночества. Все это найдет игрок в анабиозе. Возможность изменять прошлое, тем самым настоящее, приправит ее. Только узнав, что такое настоящий мороз и пронизывающий до костей ветер, можно понять настоящую цену тепла. Хотите узнать, каково это в анабиозе?